подготовлен каналом «Уроки ТВ». Номер 9. Два самолета вылетели с аэродрома одновременно в противоположных направлениях. Через 30 минут после вылета расстояние между ними было 810 километров. Первый самолет летел со скоростью 15 километров в минуту. С какой скоростью летел второй самолет? Составь и реши задачу обратную данной. 810 мы разделим на 30. Тем самым мы найдем скорость удаления самолетов. Она будет равна 27 километров в минуту. 27 отнимем 15, и мы найдем скорость второго самолета. Она равна 12 километров в минуту. Составим задачу обратную данной. Два самолета вылетели с аэродрома одновременно в противоположных направлениях. Первый летел со скоростью 15 км в минуту, второй со скоростью 12 км в минуту. Через сколько времени расстояние между самолетами будет 810 км? К 15 прибавим 12, это будет 27 км в минуту, общая скорость удаления самолетов. 810 – расстояние. Разделим на скорость, на 27, и мы найдем время, через которое расстояние между самолетами было 810 километров. Это расстояние, это время 30 минут. То есть через 30 минут самолеты будут на расстоянии 810 километров. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.